Привет, друзья! Давненько я не звала вас вместе со мной прогуляться на море. Ну вот я наконец-то выбралась. Я нахожусь в Джимми Т. Здесь у нас был ресторан с морепродуктами. А впереди у нас бушующее море. Как ни странно, погода теплая, прекрасная, практически нет ветра, но на море бушуют волны. Возможно, ветра нет только за барханами, откуда я сейчас иду, и, возможно, нас с вами начнет задувать. Давненько я не испытывала такой релакс, и сегодня вместе с вами хочется насладиться морем, подышать морским воздухом. Все-таки живем в Анапе. Ого, как барханы подобрались уже к заборам. О, ну давайте тогда здесь пройдем, раз тут насыпь указывает, что лучше пройти по деревяшечкам. Как красиво сегодня! Вы не представляете, какая красота! Сейчас подойдем поближе к морю, я думаю, вы это сами увидите, прочувствуете. Самое интересное, ветер такой теплый, он просто согревающий, несмотря на то, что сегодня у нас уже 6 ноября. Я бы хотела сердечно поздравить с днем рождения мою вторую маму, Татьяну Николаевну Азаровскую. С днем рождения! Мы вас очень с Юрой сильно любим. От нашей семьи вам большой-большой привет. Если вдруг посмотрите это видео, я надеюсь, вам станет приятнее. Ну, естественно, я уже поздравила ранее, просто захотелось и в видеосюжете поделиться этим радостным, замечательным событием. Я желаю вам, думаю, Юра присоединится к моим словам, долголетия, счастливых лет жизни. Самое главное – здоровье. Здоровье у нас то, что мы не можем купить ни за какие деньги, поэтому, пожалуйста, берегите себя. Вы нам нужны, мы вас любим, ценим. Поэтому этот видеосюжет я посвящаю вам. В кои-то веки выбралась на море, и вот получится такой праздничный видеосюжет. Этим любоваться можно бесконечно. Там впереди детишки играют. Они тоже счастливы, что вышли на море подышать в такой теплый денек. Я не знаю, сколько сейчас именно на температуре по градуснику, но могу вам сказать прогноз погоды, который мне показывает мой iPhone. А мой iPhone показывает, что у нас плюс 21 и солнечно. Эх, не увидим, да? Сейчас попробуем во всю яркость сделать. Так, ну показываю, что да, 21 градус, видите, и солнечно. Но оно действительно так и чувствуется, реально очень тепло, комфортно. Мне только за радость прогуляться вместе с вами и подышать морским воздухом, ведь он такой целебный и полезный. И мне даже, говорю, ветер абсолютно сейчас не мешает, потому что он теплый, и он реально не сносит с ног. Это самое главное, то есть я могу стоять на одном месте и не трястись от холода. Хотя, повторюсь, 6 ноября. Реально уже должна быть климатическая осень, главное ее только не накликать и не позвать. По прогнозам вроде все радужно на эту неделю, но посмотрим. У нас уже, в принципе, 3 дня недели прошли, осталось 4 дня, посмотрим, получится или нет удержать эту теплую, сказочную, невероятную погоду. А если получится, то, я думаю, анапчане и все жители Анапского района будут кайфовать. Я не знаю, в Сочи, наверное, такая же и в Геленджике погода, но в этом и прелесть южных курортов. То есть, когда уже резко холодает в других регионах нашей страны, да, туда севернее, в северных широтах, нету какого-то источника, который был бы теплее воздуха. А здесь такая интересная тенденция. То есть, когда солнце разгоряченное, море-то уже успело остыть за это время. И, в общем, такая интересная особенность. То есть, когда воздух теплый, от моря веет холодным бризом. Но когда у нас похолодание, вот недавно на днях у нас были пару дней таких прохладных. И самое интересное, вот даже вот подальше от моря, в Гастагаевской, туда еще дальше, там уже было холодновато ночью, а у нас за счет того, что море все равно теплее было, чем воздух, наоборот, тепло шло от моря, исходило. Так что представляете, вот какая интересная парадоксальная особенность жизни возле берега моря. Я никогда не думала, что я в ноябре посреди рабочего дня, ну, благо у меня очень хорошая работа, я люблю своих работодателей, они, видимо, тоже ценят своих сотрудников, поэтому получилось отпроситься, пройтись вдоль моря, подышать воздухом. Надо наслаждаться жизнью здесь и сейчас, потом будет поздно, я всегда говорю так. Поэтому, если у вас какие-то есть мечты касательно моря,
не откладывайте их в долгий ящик, обязательно исполняйте, потому что жизнь у нас, к сожалению, недолговечная. Надо ценить каждый момент здесь, сейчас, который мы вместе с вами проживаем. И я вот вместе с вами сейчас такие эмоции испытываю, такой нереальный драйв. Ну, просто зашкаливает эмоции, потому что я вижу это черное море, в котором буквально там сколько, 2 месяца назад еще плескалось. Да, я в сентябре еще даже в октябре купалась, даже где-то месяц назад я еще купалась. Как раз-таки 5 октября последний раз я закрывала сезон купальный в Абхазии. И вот всего месяц назад оно было такое теплое-теплое, согревающее, а сейчас, к сожалению, температура морешка упала, но это не делает его каким-то плохим, некрасивым и неинтересным. Наоборот, зимнее море по-своему прекрасно, и всегда можно найти даже вот в этих осенне-зимних зарисовках что-то теплое для души и для настроения. Во мне проснулся поэт, я вам честно так скажу, потому что я давненько не ходила на море. Как-то вечно с работы, когда уезжаю, уже как бы поздновато, уже закат. А здесь мне удалось вырваться, и я понимаю, насколько это здорово все-таки иметь возможность выходить и дышать морским воздухом. Ребят, ну это правда здорово, я никого не обманываю, это реально непередаваемое ощущение, особенно когда такое тепло. Классно! У вас будет сеанс психотерапии со Светланой Заровской возле моря. Мне кажется, даже какое-то самое хмурое настроение это море способно изменить в лучшую сторону. Лекарство от всех проблем. Грустно, скучно, приходи на море, повеселеет сразу. Там, не знаю, какие-то депрессии, расстройства, однозначно надо выходить на море, и они все будут развеиваться. Сколько людей вдалеке прогуливаются. Да, может быть, в Джимите сейчас действительно немноголюдно, я одна на пустом пляже. Ну, блин, друзья, даже в этом есть свой кайф. Разве вы летом могли видеть пустые пляжи? Нет, конечно, такого быть не могло, особенно в Джимите. Посмотрите видеоролики за лето, и вы поймете, о чем я говорю. Действительно, это невозможная ситуация, когда ты стоишь возле одного из главных проходов Джимите, и нет людей. И ты чувствуешь себя властелином этого моря. А я сейчас наговорю, ну, прям реально распирают эмоции, этот драйв. Только человек, который приедет сюда, он это поймет. Вот серьезно. Особенно, кто нас обожает каждый год летом приезжать, именно истинные фанаты Анапы оценят мой порыв души, сердца. И я думаю, что многие сейчас задумаются о мини-отпуске, тем более пока еще у нас неделька идет, у нас тут тепло вроде обещает сохраняться. Поэтому, если у вас есть возможность выбраться в ноябре на море, выбирайтесь, пока погода замечательная. Потом будет прохладнее, и вот этот уже морской ветерок, он будет уже доставлять немножко дискомфорта. Но все равно море прекрасно, как ни крути. Был бы штиль, мы бы, конечно, подошли поближе. Но и сейчас, по-моему, здорово все это выглядит. Мне хочется делиться этим. Я не хочу уходить. Я хочу здесь стоять, наслаждаться. И какой вкусный воздух. Не знаю, в Курске такого вкусного воздуха не было. Хотя, конечно, там все родное. Но я уже начала настолько привыкать к Анапе, что меня уже в Курск не тянет. То есть, если бы у меня там не было родителей, грубо говоря, или друзей каких-то, которых, ну, очень-очень давно знаю, да, с которыми поддерживаю теплые отношения, то я бы туда даже не хотела бы возвращаться. Вот не знаю, первый год был тяжелый, привыкание было какое-то. Второй год уже вот был интереснее. То есть, я уже начала, так сказать, осаживаться в этом городе. И вот уже пошел третий год, и я понимаю, что меня так-то просто уже отсюда не вырвать. Уже здесь есть часть моей души, сердце, и меньшая часть там осталась, большая уже здесь. Поэтому, как бы, кто не успевает за вот эти 1.5-2 года, да, вот найти себя здесь и найти мотивацию остаться, наверняка уедут. Особенно, когда вот этот кризисный первый год, когда все это новое, в диковинку привыкание идет. Но когда ты проживаешь здесь больше 2 лет, ты понимаешь, что тебя уже ничто не заставит вернуться в зимние там какие-то морозы, да, в среднюю полосу. Потому что здесь морозы редкость, реально редкость. То есть сколько морозных дней в средней полосе, и здесь даже близко нет столько количества дней, когда тут холодно. Это будет ода Черному морю, ода Анапе, потому что она реально по-своему прекрасна.
Да, здесь дорогое жилье, я не спорю, здесь реально бешеные цены на квадратные метры, но поверьте, если у вас есть мечта переехать на море, если у вас есть какой-то смысл, мотивация в этом переезде, то поверьте, вот эта красота сзади меня, она перекроет все эти минусы, и впоследствии, даже если вам не понравится, вы всегда продадите, и у вас даже на руках что-то останется, потому что цены растут, и вы всегда можете вернуться, да, в свой город, откуда приехали. То есть это не проблема. То есть многие говорят, вот, зачем ты продаешь, а вдруг там что-то не сложится, вернешься обратно. Да всегда вернуться можно обратно. Вернуться можно куда угодно, да, если не понравится. Только человек волен принимать решения, да, где ему жить, где ему оставаться. А если я не хочу уезжать, то какая разница, как сложится в жизни, зачем мне уезжать? То есть я уже воспринимаю это как свой второй дом. Почему я должна куда-то уезжать из своего дома, если мне она понравится, она меня устраивает? То есть от того, что я там потеряю работу, да, там, или что-то случится в личной жизни, наверное, это у всех бывают такие ситуации, да, там, крайности, но многие же берут себя в руки в этот момент и продолжают жить дальше, поэтому я думаю, что это вовсе будет не проблема. Но я вообще об этом не думаю, потому что у меня все замечательно, это вот хейтерам минутка такая грусти, у меня все хорошо, у меня все отлично, я безумно люблю свою семью, своего мужа, и самое главное, ну, реально, вот счастливая жена реально по-настоящему счастлива. Я не хочу никому ничего доказывать, я не хочу никому что-то объяснять. Мне просто нравится то, как я сейчас живу. Мне нравится этот воздух, мне нравится это море, мне нравится город, в котором я сейчас живу. Человек сам делает домом место, где он находится. Дом может быть всегда здесь, вот рядом с ним. Поэтому, друзья, все зависит только от настроя морального. Мне кажется, вот психологический фактор очень легко можно пережить. Гораздо сложнее, да, там финансовые трудности или еще что-то. Но даже с этим можно что-то сделать. Можно найти работу и в любом случае что-то зарабатывать. Я не спорю, я знаю, что здесь не так уж и много работы. В плане того, что город-то маленький, да, и город курортный. То есть не так-то много и зимой, да, остается население коренного, чтобы работать еще ему. То есть многие уезжают на вахты. Но кричать, что здесь так плохо, раз вы ездите куда-то зимой работать, да, это вот про вахтовиков, я считаю, что это немножко несправедливо по отношению к тем людям, которые искренне любят это место. Ну, так сложилось, что да, есть города, где гораздо больше платят, но человек же приезжает не из-за зарплат сюда, отнюдь. Человек приезжает за вкусом моря, не знаю, за вкусом этого ветра, и если у него есть возможность зимой куда-то вырваться для хорошей работы, то пожалуйста, но не надо его в этом обвинять, что вот он, купил за последние деньги в Анапе жилье и там ездит куда-то работать. Это выбор человека. Надо принимать людей такими, какие они есть, со всеми их плюсами и минусами, и решения тоже человек сам волен принимать. Поэтому я искренне радуюсь за тех, кто искренне сам живет, не слушает других, он живет своим сердцем по велению своей души. Поэтому самое главное, наверное, что я вам хочу сказать, это слушайте свое сердце. Если оно вас зовет сюда, манит, то попробуйте, потому что ехать всегда можно, а вот сожалеть всю жизнь о том, что вы не попробовали и так и не решились, вот это может гложить вас всю оставшуюся жизнь. Поэтому не надо себе создавать поводов для расстройств. Приезжайте, наслаждайтесь. Если что-то не так, уезжайте. Если все по кайфу, оставайтесь. Вам здесь будет хорошо. Ну, реально, я уже нашла для себя мотивацию, что у меня здесь все хорошо. У меня есть любящий муж. В принципе, что еще для счастья надо, да? Но там еще другие обстоятельства, да? Может быть, я там супер счастлива, что мы купили квартиру, но не в этом счастье, вы понимаете, не в финансовом счастье, а счастье в состоянии души. Это первая зима, которую я встречаю на позитиве. Я не сижу, не тухну дома, да? Вот я, по сути, могу просто ездить по городу, да, не сидеть дома и не работать, и... Ну, хорошо, если есть работа там, но если нет работы, я летом буду впахивать, как лошадь, я буду зарабатывать летом, но так, чтобы я зимой не унывала. Вот и поэтому многие удивляются, да, почему я там прошлую зиму сидела на шее у мужа, там, позапрошлую. Не сидела я на шее, у меня были средства, у нас вообще семейный бюджет, если что, поэтому никто ни на чьей шее не сидел, мы оба работали летом, и заслуженно я могла себе позволить зимой отдыхать. В этом году я решила принципиально не сидеть, не понеядничать, я сама не хочу замыкаться в четырех стенках, мне нравится что-то новое узнавать, и реально даже отвезла свою чашку на работу с изображением себя, это моя любимая чашка, подарок от подписчиков,
Просто потому что там уже тоже частичка меня на этой работе. И, блин, я даже сейчас здесь стою, я уже скучаю, потому что я чуть-чуть раньше сегодня ушла положенного. Но я ни в коем случае не жалею, потому что, блин, такое классное Черное море сзади меня. И иногда надо себе позволять немножко минутку для отдыха, для релакса. Я думаю, тут все понятно. Кстати, ветер реально теплый, я не замерзла. Вот, мне кажется, да, что такой ветрище, ноябрь, море кажется таким холодным. Ну, оно на самом-то деле холодное. Я не скажу, что оно теплое, но на самом деле здесь-то тепло. Ой, такая вот тирада получилась. Я, наверное, вас загрузила. Вы уж меня простите, но давно я не была на море, давно я не делилась своими эмоциями. Я просто лишний раз напомнила, как я сильно люблю это место, как я сильно люблю Анапу, люблю Черное море. Просто чтобы вы тоже это помнили и не забывали. И Курск я тоже люблю. Если вдруг хейтеры скажут, то как же любимый Курск? Курск тоже любимый. В моем сердце хватит места для двух городов одновременно. Я никогда не разлюблю ни Курск, никогда не разлюблю Анапу. Что бы ни случилось, это уже два моих любимых места, в которых мне хорошо и приятно находиться. Ой, на этом все, друзья. Мне кажется, я достаточно сегодня порелаксировала, вас немножко загрузила. Ну, надеюсь, вы останетесь довольными. Во всяком случае, не часто я такие прям монологи распускаю возле моря. Но сегодня мне захотелось вот этой драйвовой энергией поделиться и рассказать вам, почему я здесь живу и почему, блин, мне, блин, так тут нравится. Как бы не хочу про минусы говорить, ну просто не хочу, потому что они есть всегда и везде, в любом городе, их полно. Я не спорю, что Анапа не идеальный город, но, блин, для меня эти минусы за 3 года, вот за 3 года они стерлись, за 2 с копейками. Когда-то, да, в первый год я любой минус воспринимала как прям действительно такой жесткий минус. Но как я могу рассуждать, да, о школах там, если у меня нет детей, так же, как и о садиках, если у меня нет детей. Как я могу рассуждать о минусах здравоохранения, если, по сути, я за все время один раз обратилась, и то, как бы, ну, сама виновата, могла по медицинскому полису бесплатную медицину все-таки получить. Там пусть это было бы не сразу, не скоро, но все равно бы я бы это получила. Поэтому говорить о таких минусах, когда сам с ними по факту, собственно, особо не сталкивался, я больше не буду. Я буду реально вот по факту, вот что за минус сейчас? Сейчас для меня нет минуса. У меня все есть работа, не знаю, там, крыша над головой, в которой мы с Юрой сейчас живем, там, не знаю, машина для передвижения на работу, в том же самом случае, там, просто, да, куда-то выехать. У меня есть хлеб, но это я обобщенно про еду говорю, почему мне там грустить и какие-то минусы. Вот минусы будут, обязательно о них расскажу. Пока у меня одни плюсы, так что хейтерам извините, мне нечем вас порадовать, у меня все хорошо. На этой позитивной ноте я заканчиваю свой видеоотчет сегодняшний. Дня. Люблю, целую каждого, кто со мной на одной волне. Всем спасибо, буду рада вашим искренним, на самом деле, комментариям. Но самое главное, объективным, пожалуйста. Не пишите, что у меня там волосы какие-то не такие. Но это все глупости, вы этим ничего не добьетесь, мне абсолютно все равно. Ну, можете, конечно, писать, как бы дело ваше. Ладно, все, всем пока-пока. С вами была счастливая жена Светлана Азаровская с GMT. И, кстати, здесь ветра нет. Я так не играю. Дайте мне ветра солнечного, морского. Ладно, все, точно, пока-пока.